Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как отключить смарт-скрин на компьютере, где установлена программа Windows 10. Многие начинающие не знают, что такое смарт-скрин. Смарт-скрин – это такое приложение программного обеспечения, которое следит за каждым действием, которое мы делаем на компьютере. Запускаем браузер, скачиваем что-нибудь или работаем с какими-нибудь приложениями. Это приложение смарт-скрин всегда следит за нами. Кто желает, давайте будем смотреть, как отключить его. Захожу этот компьютер. Свойства системы. Опускаемся ниже. Просмотреть сведения в разделе «Безопасность Windows». Нажимаем. Ищем, где написано «Управление приложениями браузером». Нажимаем. Здесь везде нажимаем «Выключить», кроме браузера Microsoft, потому что он там не отключится. При всем желании не выключается. И здесь «Выключить». Смарт-скрин программы Windows 10 отключен. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.